С 23 по 27 сентября в Москве состоится 15-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Ежегодное мероприятие традиционно соберет представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов России. Ненецкий округ представит 22 участника. Мастерская по пошиву одежды и аксессуаров с ненецкими орнаментами на рей, что в переводе с ненецкого означает «весна», открылась в Нарьян-Маре 3 года назад. На ярмарку «Сокровища Севера» я еду второй раз. Первый раз я там была в самом начале пути в мастерской на рей, это в 2017 году, и поехала я туда даже не в составе делегации Ненецкого округа, а сама по себе. Просто мне было интересно посмотреть, как и что там происходит. В этом году вот я получила приглашение уже поехать в составе делегации, представить свою мастерскую, свои работы. На выставке-ярмарке Нарей представит не только уже готовые изделия из натуральных тканей с ненецким орнаментом, но и совершенно новую коллекцию одежды, где также отражена символика народов Севера. Мастерская примет участие в нескольких номинациях. Одна из них – лучшая региональная экспозиция. В конкурсе на лучший экспонат участвует наш мастер Николай Вылко. Он подготовил 2 работы в 2 номинациях. Это резьба по дереву и резьба по рогу и кости. Тематика 2 конкурсов мы с Николаем решили объединить и назвали «Дочь ворона». Это 2-я работа, которая будет представлена в номинации «Косторезных изделий». Называется она «Камлания шамана». Всего в этом году на выставку от Ненецкого округа отправятся 22 представителя. Это мастера декоративно-прикладного творчества, исполнители ненецких песен и артисты ансамбля «Маймбова». В этой выставке-ярмарке принимают участие из 26 регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока, и в том числе Ненецкий автономный округ. И Ненецкий автономный округ, он не остается в стороне, он каждый раз принимает участие, ни одну выставку он не пропускает. И это у нас заложено в программе сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. Это защищенная статья. И мы к ней всегда с большим удовольствием готовимся. Кроме дефиле в этнических костюмах, концертной программы и презентации авторских работ, на выставке будут представлены экологически чистые продукты из северных регионов, а также дегустация национальных блюд. И это хорошее мероприятие, которое дает возможность обмениваться нашим мастерам, нашим творческим коллективам, людям, которые вот посвятили себя именно, как проявляют себя как мастера, либо как певца в народном творчестве. И приятно, когда мы вывозим наши творческие коллективы, наших творческих людей вот на такие мероприятия. Выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» организована компанией «Абориген Экспотур» и пройдет в рамках празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На протяжении 30 лет ассоциация стоит на защите прав и интересов коренного населения. Это, конечно, поддержка лиц, в первую очередь, ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Это вопросы оленеводства, взаимодействия с нашими региональными властями, с исполнительной властью, законодательной властью. Это участие в различных мероприятиях по обсуждению предложений в различные наши нормативные правоакты на территории субъекта. Ну и, конечно же, это непосредственная связь с населением нашего округа, в том числе через структурное отделение, выезды на территории. Делегация Ненецкого округа отправится на выставку в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера». Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».